Дашь лапку? Он сейчас умывался. Дашь лапку? Ки-ки. Он сейчас умывался. Не надо с ним ручками играть. Просто я хочу, чтобы он лапку дал. Не хочет. Он сейчас хочет умыться и спать. Он такой сонный уже сидит. Уже весь шатается. Угу. Уть. Слышишь, как тарахтит? Ну, тарахтит. Тише. Мя. Кто там пришел? На меня смотрит. Ага, на тебя смотрит. И у тебя там в ложке есть чуть-чуть? Да нет, ну уже там, может, одна блоха проскочила. Такой хороший кот. Ну, мордочка. Так тарахтит, да? Давай я с этой стороны отойду, покажу, как я балкон. Тишкины пеленки, которыми я вытирала его, когда упала. И Тишка сейчас сидит у нас в переносочке, потому что я делаю... Помнишь, как нам Тишка всю комнату переворошил, маленькую? Да, надо было сразу его на балкон, ну, отнести. Да, я пройду. Кстати, на камере балкон отображается вот эта штука, прям как зеленая. Зеленая, да. А тут она на самом деле желтая такая. На самом деле желтая. Давай местами меняться. Так, сейчас покажу, как я мыла балкон, значит, паровой шваброй на самой большой мощности. Ну, образовалась, конечно, небольшая водичка. На самой большой мощности паровой шваброй сейчас помыла весь балкон. Еще надо помыть стены. Вот чистый лоточек стоит. Да. То есть играем только игрушками, а не руками. Во-во-во. Ладно? Че он так меня? Играем только игрушками. Он так вот. А не руками. А че он так делает, мама? Да не все так делают. Он же охотник, по своей сути. Так, сейчас я буду еще раз обрабатывать вот балкон, уже стены. А, вот лапа лезет чья-то. Ой, какая страшная. Ой, лапа. Это реально страшно. Ну, ты вот пришел и помешал ему умываться. Он хочет на воду. Ну, свободу, попугаем. Гадкий скоро будет стачивать об свою когтеточку. Ай-яй-яй, чешемся еще. Ладно, ничего страшного. Вон там какая-то штука. Какая штука? Вон там блоха. Вон, видела? Где? Ну, она дохла, наверное. Вон там такая. Где, на лежанке? Да не, на нем. Да, это еще раз покупаем, выведем все. Вон, видела? Ну, Кость, ну, видела, конечно, когда мыла. Мяукнет так. Что я унюхал, что я тут стою. Ну, мяукни, мама. Мяу. Я там думаю, что делать-то? Я думаю, сейчас он поспит. Да, он накормился. Все свои дела уже сделал. Ну, вот я вижу, две блохи заметил. На шее вон. Кость, ну, надо его еще мыть. Какие они, черненькие, да? Такие полы, да, черные. Ну, вот, черные, это молодые блохи. Вот он сейчас, видишь, уже лег отдыхать. Все, не надо его трогать. Пусть лежит. Мяука. Мяука. Вот мяука. Ну все, я отключилась. Рыкает. Пусть отдохнет. Чуть-чуть чешется, но мы его еще покупаем. Ой, что ты там увидел? Ну, как вот эту штуку увидел. Бабу. Наверное, мошку. Да не, не мошку, там это пластмассовая штучка, наверное, заметил. Ой, какие зубки. Тишка спал у нас, да?
Я тебе сейчас готовлю покушать. Тишка сегодня купался, да? Третий раз мама тебя помыла. А куда деваться? Блохи еще были. Ну, теперь, наверное, осталось там чуть-чуть. Вот он как урчит. Тише. Серый нос. Ты поспал. Да, ты поспал, Тиша. Так, я сейчас приготовлю тебе покушать. Уже готовится твоя еда. О, какая пасть, как у тигра. Ой, Тибоси мой. Сейчас посмотрим, балкончик высох. Да, балкончик высох. Еще тут все проветрилось. Я открывала окна. Ну, все отлично. По-моему, очень все хорошо. Так, сейчас я буду уже ставить сюда все. Так, игрушечку ему дам. Так, игрушечка. Тут все чисто. Здесь у меня остается мешочек. Так, ну что, наверное, надо уже Тишку сюда перемещать. Так, лоточек пойдет вниз. Так, тут все хорошо, в общем-то. А в целом, да, в целом нормально все. Лоточек идет вниз. Стеллажик едет поближе сюда. Вот так. Тишка что начал делать? Он забирается вот по этой штанге. Цепляется коготками. Ну, невысоко. Он вот до сих пор забирается. В общем, теперь такое у него есть развлечение. Стало намного чище, мне кажется. Хотя было, в общем-то, и не грязно, но стало лучше. Так, Тишечка, я сейчас буду тебя перемещать в твое пространство. Тишечка пока будет оставаться у нас на балкончике. Вот. Пока окончательно не выведем всех блошек. Да, Тишечка? Тишка урчит. Покажи. Покажи, какой ты. Вот, Боже мой, какая лапа. Когти мы еще не подрезали. Да, скоро поставим тебе когтеточку, которую мы купили уже. Хорошую, большую когтеточку. Но надо сказать, когда он играет, он когти не выпускает, если вот в его, вот, так сказать, доступности оказывается рука, моя рука, то он не выпускает когти. Ой, как умывается, Тиша, после сна. Надо почесаться, умыться, да, Тиш? Вот типа зимой. Вот это его любимая игрушка. Ой, типа зимой. Ладно, Тишуль, пойду. Сейчас приготовлю тебе еду. Она на плите как раз варится. Подождешь еще? Конечно, подожду, мама. Ну, почешись пока, умывайся. Ой, типа зимой. Ох, как. Да.